ударил толком по этому копу. Правило бросается с рычажкой. Эти летучие мины меня скоро с ума сведут. Хорошо, что разрушать. Попросаю. Хватай. Умри с честью! Это пробило бросается мимо! Давай, Гамора! Радостью! Убийца вывела из строя оборудование этого гиганта! Твой выход, брат! Эта мразь явно ждет меня! Друг, нам нужно время! Да просто царапина. Думаю, сегодня мы штраф не заплатим. Неужели? Ребят, корабль Карел в двух шагах. Мы должны лишь... Что? Что мы должны сделать, Квилл? Целый полк двинутых космокопов чуть в порошок нас не стер. А теперь ты хочешь получить добавки? Эх, да, твоя подружка в беде. Я не этого добиваюсь, и она мне не подружка. Убедил почти. Ракета. Единственная цель всего этого — вернуть наш корабль. Найдем Карел, а дальше хоть трава не расти. Ты прав. Потом и не вырастет ничего. Мы не подписывались на то, чтобы идти через всю галактику на поводу Кополёба. Я есть луч! Да ладно. Что за шутки, Карел? Иди в страже, сказала она. Полезно для психики, сказала она. Короче, слушайте сюда. Мы с Грутом сваливаем с этой каменюки. Если кого подбросить, давайте с нами. Все остальные идите нафиг! Я предпочту план Грызуна. Мы попытались. Преследуйте еретиков! Все должны принять ее дар! Если эти придурки хоть что-нибудь сделали с кораблем, вина на тебе, Квилл! Я не думаю, что им нужен Милану. Ракета, ну хватит! Да хватит! Говори! Мы уходим, я согласен. Найдем Милана и... Нарушители в ремонтном отсеке. И постараемся не сдохнуть. Первые разумные слова за весь цикл. Найти нарушителей, не дать сбежать. Как всезнающее миросознание не предвидело такого? Это же компьютер, а не бог. Думаю, эта хреновина сама за всем и стоит. Я сомневаюсь. Есть ли у нас возможность отследить Надежду? Подчинитесь! Нарушители во всех лице! Придется прорываться с боя! Покажи! Танкуй!
здесь! Теперь они знают, что мы здесь! Мы не позволим им предупредить остальных! Так, блядь! Только ты не будешь позорить мне лоба, предатель! Эй, Дракс! Оставь нам парочку! Вот это толпа! Покажи свои волшебные палочки! Так, все! Подрывай ракету! Давай, не бать! Сорви эту кусочек! Сорви свою ракету! Тебе полегчает! Корпус снова точно наш враг! Может, подойди и спроси у них! Нас нет шансов. Пора отступать. И вынужден признать это, Грут тут прав. Мы выглядим просто смехотворно, Квилл. Да плевать на шансы. Я смеюсь в лицо опасности. Мы здесь, готовые побеждать. Так не будем тянуть и заставим их страдать. Кто со мной? Победа на нашей стороне! Следующий! Точка... От этого денька ждал совсем иного. Не думала, что снова буду драться с корпусом. Они уже не корпус снова. Это не считается. Но кто они? Или что? И что за свечение? Хоть раз, давайте не будем соваться. Эй, мы пройдем здесь. Втиснешься, подберись. Может, Карел вернулась на Ксандр, чтобы отчитать? Блядь, они молятся? Во что мы вляпались? Посмотри на того. Не похож он на Нова. Это колдун. Видите, магия течет к алтарю. Но магии не существует, да? Пошли, пока эти полоумные нас не заметили. Мы будто наткнулись на жуткий культ. И это не наша проблема. Наша, раз они захватили корпус Нова. Нет Нова, нет штрафа, нет проблемы. Надо кому-нибудь рассказать. В дневник запиши. Пошли, нам вниз. А откуда ты знаешь? Ниоткуда. Просто хочу уйти подальше от этих ненормальных. Приятно видеть, что ты слушаешь. Нельзя видеть, как слушаю. Не зли меня, крепыш. Ты пока еще на хорошем счету. Я есть Грут. Мне не злиться? Ракета, взломаешь? Я разберусь с дверью. Кто-то ж должен нас... Смерть неверная! Нет, тупо! Вечно проблемы! Идите головы! Нам нужна передышка, Грут!
катеру! Надеюсь, они не нашли Милану! Если найдут, то виноват будет Квилл! Груз, время обнимашек! Еще один полоумный солдат корпуса погиб! Давай, здоровяк, покажи им, кто тут главный! Вперед, брат! Я убью тебя! Офицеры дома не могут снипнуть лежачего! Ну, пусть попробуют! Да я ничего не взрывал! Если бы не эта восьмерёжная броня корпуса Нова! Согласен! Это прозорливый враг наша следующая цель! Надо кому-нибудь рассказать. В дневник запиши. Пошли, нам вниз. А откуда ты знаешь? Ниоткуда. Просто хочу уйти подальше от этих ненормальных. Приятно видеть, что ты слушаешь. Нельзя видеть, как слушают. Ракета, взломай. Разберусь с дверью. Кто-то ж должен нас вытащить. Да! Смерть неверная! Смерть неверная! Здесь за проблемы! Следите за этим человеком! Он, кажется, слишком увлечен своим... Нам нужна передышка, друг! Это прям смерть с небес! Ты сгинешь в муках! Офицеры Нова не могут в пешку лежать! Тогда не подпускаешь слишком! А я-то при чем? Ты на вас посмелил? Сорви! Ты это была верить, если не там жена! И так ты должен был предсказать вот это вот все! Я обычно центурионов не люблю. Радуйся, что их тут нет. Меня не бьют. Пусть не бьют. Пожалуйста, благодари. Даже у нее есть твой предел! Я в порядке! Крут! Твой выход! Сорви! Тобери нужна помощь! Получай! Тобери, сломай этот мягкий щит! Не играйте с левым электричеством! Но в следующий раз будешь шустрее! Мне нужна помощь! Ему требуется помощь! Колдун соединил их особыми силами! Маги! Не существует! Лидер Квилл! Зверек просит оказать ему помощь! Мой контракт! Мой выход, камон! Так вот, масло! Это было верить инфликтом в грызуна! И как я должен был предсказать вот это вот все? Электрическая магия колдуна раздражает меня! Мои возможности напрягают! Я рядом, здоровяк! Может, вернетесь к своим молитвам? Помогите! Отмщение! Я тебя не брошу! Да сколько можно? Я жажду разрушать! Держись, помощь на подходе! Убийца подходит. Оказалась несовершенна! Не двигайся! Наконец, блин! Это нечестно! Они не знают, что такое честь! Я прихлопнул эту центурионку!
пойдет только от критического удара. Ну что, на деревьях занял? У меня столько крутых штук, которые я хотел пробовать! Самый кишок проняло! Квилл подорвался! Вот умора! Эти мины меня бесят! Эта позиция стратегически невыгодна. Я им стратегически зад надеру. Эти бомбисты меня отвлекают. Ракета! Никакой паника! Офицеры Нова не могут чуть-чуть влезать. Значит, вы должны ответить. Отсоединяться! Прикрывайте меня, пока я разбираюсь с дверью. Ты точно ее откроешь? Ты теперь каждый раз будешь во мне сомневаться? Да я не... Есть! Пошли! Я не сомневался, я просто... Да. Двери забаррикадированы. Хоть кто-то пытался сопротивляться. Это им не помогло. Мы этого не знаем. Кто-то мог остаться на станции. А может, это были те, кто сбежал на Надежде Халы. Да мы же сами все видели! Кумпологоловые едва успели выстрелить, когда эти светящиеся с ними разделали. Гамора права. Я надеюсь, что так. Не все же погибли. Ага, большинство переметнулось. Кто-то точно сумел сбежать. Ты о своей бывшей любовнице и отпрыске? Я верю, что Карел и Ники спаслись. Но вера им не поможет. Почему Нова бьется снова? Вдруг они действовали не по своей воле? Следующая остановка – ангар. И какой наш стыковочный номер? R-73-4PL. Ты серьезно? Всегда. Ты теперь мой любимчик, здоровяк. Вот он. Нет, неправда. 4PL. Так. Вот так. Все чисто. Выдвинуть мостки и... вмять! Кто там? Захвата не отпускают. Эти психи включили блокировку. Можешь ее снять? Тогда это не было бы блокировкой. Я удержу корабль и прогрею двигатели. А вы разожмите захваты вручную. Ладно, захваты. Чёрт не умирать. Всем верным собраться в центральном ангаре. Разберёмся. Им не избежать ее света. Займись захватами, Питер. Мы тебя прикроем. Истинный корпус снова не пал бы так легко. Хотя бы нет Центуриона. А как эти штуки разжимать? Я тебе готовлю инструкции. Просто стреляй по ним. Отвлеки их, друг. Ты знаешь, что делать, Гамор. Отлично. Ракета! Включи музыку с Милан! Сейчас что? Это самое важное! Захваты целого изолирована на уязвимых местах соединений! Как прогресс, Питерфилл! Похоже, медленно, но верно! Стреляем по захватам! И стреляй! Из левого пути вулкан. Ладно, захваты. Чёрт не умирать. Разберемся с этим отрядом. Займись захватами, Питер. Мы тебя прикроем. Победим! Один есть! И еще один! Так, я включил систему Милану! Левый музон! Действуй, мягкая зимнюшная музыка! У них подкрепление! Мы отомстили запавших из корпуса Нова! Но это еще не все! Скажите, круто, что отсюда сложно переводить! Это сияние. Оно просто жуткое! Почти готово! Но лучше впереди! Покажи, что можешь, Гамора! Сюрприз! Надо признать, музыкой куда лучше! Видишь? Знал же, что понравится! Thank you.
ребята нужны? Двигатели прогреты, следи! Мой корабль! Под контролем! Аккуратней! За меня это сделаешь! Внимание! Давай! Пошли, пошли, пошли! Идите, я их задержу! Дальше. Направимся на Контраксию. Поболтаем за кружкой холодного кататианского отвара. Я не против, но... Надо сперва сообщить о том, что мы видели, так? А тебе нет других проблем, Квилл? Идем, Грут, нас дела ждут. Ракета! Да что с ним? Этот выродок не бывает довольным. Ракета в чем-то прав. Связь накрылась, времени все меньше, а Корел может быть где угодно. Расклад не очень. Мы между молотами ковальными. Между молотом и наковальней? Я это и сказал. Как же нам нужен выходной? Ну, Контраксия? Предлагаю лететь на забвение. А, тоже подходящее место для обильных возлияний. Доложить об увиденном. Слушайте, мы с Космо давно знакомы. Он глава охраны, он проинформирует об этом, кого следует. А трекеры штраф? У ракеты друг на забвение. Мы двух зайцев убиваем. Ладно, задам координаты. Ты бы помирился с ракетой. Питер Квилл, как именно убийство двух зайцев поможет нам? Эй, Дракс, ты в порядке? Тебе должно быть не по себе из-за того, что пришлось драться с копами на станции. Не беспокойся. Мне просто нужно время, чтобы привести мысли в порядок. Да. Не думал, что придется драться с корпусом. Те бойцы действовали не как офицеры корпуса Нова, а жрецы... Это очень тревожит. Без этого никак, да? Вот же хвост. Ты бы такие вещи просил повежливее, а, Квилл? Так, а может, пора валить. И, кстати, чтоб ты провалился.